меня в студии за швабра. И, если честно, его никогда там не могу найти, потому что не видно. Сегодня мы говорим о несуразных комплиментах, товарищи. Значит, вот такое вот из Ростова-на-Дону сообщение. Алекс мне пишет. Меня жена называет Кабаси. Кабаси. Хочешь испытание, я тебя буду называть Кабаси. Хочешь тебя называть Какашечка? Какашечка, Гавлюшечка, как хочешь назвать. Ну, мне ходит. Главное, что я не утону, понимаешь? Потому что такое, как я не помню. Дальше. Да, я плаваю везде, по течению и по течению. А главное, на тебе нужно берег, куда прибиться, знаешь. Дальше. А мой меня нежно называют овцой. Анжела, Санкт-Петербург. Даже музыка прекратила играться на самом деле. Нежно. Анжел, ну ты скажи вот этому своему, который тебя нежно овцой называет.